Здравствуйте, глубоко уважаемые любители всех видов спорта. Посмотрите, легендарный Клаус Ольман управляет квадрокоптером DJI FPV. И могу вам сказать, что у него получилось с первого раза. Он никогда не летал на квадрокоптерах, но настоящий пилот всегда может что-то сделать правильно. Сейчас он его приземлит. О! Ой, все? Вау! Супер! Фантастика! Better than gliding? Unbelievable! I cannot believe it! Вау! Эй! Друзья, сейчас мы попробуем взлететь с планера. Мы только что... Терминатор! Да, приземлились. Мы на аэродроме, с которого летаем на планере. У нас в планере включена радиостанция. Мы слышим, что никто не заходит на посадку. Соответственно, Ваня следит за воздушным пространством. Мы можем спокойно взлететь с крыла планера и приземлиться на него. Взлетаем! Bye-bye, my love! Что, попробуем посмотреть, какая у него скорость у этого дрончика. Ух, как он! Друзья, я сам-то, в общем-то, чайник еще, я на всяких мавиках и прочем летал. Да и то, в общем-то, так. Я теперь, узнав про эту тему, немножко понял, что я глубокий чайник. Но, в принципе, сделать тест на скорость я, наверное, все-таки смогу. Как это? Занимаю осевую. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Ю-ху! Film it. Ругается, что мы низко, не выдерживаю полосу. Ой, друзья, я падаю тут вообще. Так, вернусь сейчас на полосу. He's saying he gives signal that he's too low. Stay on the airfield. Ага, и поехали. Оп, сейчас полегче. 20 метров в секунду. 20 meters per second. 25 метров в секунду. 25. 26 метров в секунду, 27 метров в секунду, 27, все. 27. А, отсечка по дистанции. Я поставил 500 метров. Итак, новый разгон. Ну, 25 метров в секунду, 25 метров в секунду, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 4. Тю! Ой, я сейчас упаду. Вот это он тормозит, друзья. Да. Вот такой планер у нас красивый. Эх, понеслась. Слушайте, ну классная штука. Гоняет она, конечно, будь здоров. Надо только повыше. Пойдем со снижением и увеличением скорости. 37 метров. 25 метров в секунду. Да, мы его видим. Ага, снижаешься, набираешь, снижаешься, набираешь. Оп, ты ж ее! Ай-яй-яй-яй! Ой. Прошу прощения, чуть не обосрался. Не, надо, конечно, на симуляторе побольше полетать. И... Это, конечно, просто штука потрясающая. Таким чайником, пилотам чайником не давать. Открадываемся к планеру. Поднимаемся повыше. На посадку, дрон! Хе-хе-хей! Эй-гей-гей-гей-гей! Перфекто, сеньоре! Unbelievable! Сеньоре! Перфекто! Unbelievable! I think we take two gliders and one this, and because then you will make woo! Нет. Ну я вот перед деревьями чуть не... You saw the trees? Классная штука. Unbelievable.
прям огонь. Что я могу сказать? Тренируйте в симуляторе, потому что это вот точно нужно. Я тут вышел, думаю, я сейчас тут погоняю. Хрен там, чуть дерево не убрался. Вот, на спорт режиме. Понятно, что вы на совсем маленьком-то никуда не уберетесь. Ну, точнее, уберетесь, но не так быстро. Вот, летит это быстро, 25 метров в секунду, это 27. Это Ванхайм, столько метров в час. Прям чувствуется. 27 метров? 27. Yeah. 100. 100. О, поэтому будьте с этой штукой осторожны, вот и все. Yeah, 140, but it's in manual, it's next. Он говорит, высота ниже там 1,8 метров, осторожно, осторожно, осторожно. Ты такой, ну повыше. Но он разрешает делать все, что угодно. То есть у него отменены, у этой лапочки отменены ограничения в режиме S. То есть разбить его легко, можно воткнуть в планету и прочее. Причем, что интересно, вот у нас на аэродроме полоса. Покажи полосу. Вот. И там есть горбик. И я проходы, которые все-таки, надеюсь, заснял. 100 км в час я там фигачил, 27 метров в секунду. И при этом эти 2 метра расходовались мгновенно. То есть стартуешь, у тебя 2,5 метра, он летит, и он держит высоту, ну, я так понимаю, барометрически как-то, еще чего-то. Потому что, ну, не по датчику относительно по Земли. По GPS. По GPS, да. И потом он раз на холм этот взлетает, и получается, что у него там 40 сантиметров. Он говорит, мы все умрем. Ну, это даже видно, что вот там земля несется, листики вот такие уже, вот такие листья лежат на полосе. Поэтому, конечно, вы когда куда-нибудь дуете, вы учтите повышение местности. Даже в режиме этой всей стабилизации вот эти горбы надо учитывать, потому что я там чуть не попался сегодня на этот горб. Ну, как, в нашем любимом стиле самое время немножечко пошалить. Огонь, штука, огонь! Эй! Сейчас попробуем сделать тест DJI FPV на дальность, недалеко лететь, 3 километра до аэродрома. Я хочу слетать на аэродром, который рядом со мной, посмотреть, как там мой планер, подготовиться к вылету. Я знаю, где заходы на посадку, соответственно, буду лететь по руслу горной речки, чтобы не мешать, ну, там, возможно, самолету или планеру, который захочет приземлиться, то есть на минимальной высоте. Ну и дистанция, как я уже говорил, 3 километра. Пробуем. Батарейка заряжена на 96%. Пульт 99, в общем, можно взлетать. Взлетаю. Поехали. Запуск двигателей. Взлет. И теперь я отлетаю. Лечу к речке сначала. Взлетел сейчас на режиме N. Я переставил в режим S. И чтобы было больше скорости. Потому что в режиме N это совершенно непотребная штука. Цель нашей экспедиции, вот она, в левом углу аэродром. Я лечу сейчас к речке на максимальной скорости. Сейчас 27 метров в секунду дрон развивает. Ну, порядка 100 км в час. Выхожу к руслу горной речки. И выполняю разворот. Так, первое прым было на камере. На очках был первый легкий сбой на развороте. Пока все хорошо. Можно чуть пониже, наверное. Чтобы вам красивее горная река была. Оп. Чуть повыше, чтобы никакое дерево не задеть. Тут я, знаете, еще пилот тот, начинающий, поэтому мне достаточно сложно. Вам, ну вот немножечко вот на этой дальности. Дальность сейчас 1,5 километра уже. Опа. А сейчас он дернулся, дрончик, сильно. Что-то ему... Видите, повыше подыму. Сейчас он дернулся и достаточно сильно. То ли он связь потерял, и поэтому решил стабилизироваться, то ли еще что-то. Картинка начинает потихонечку ну, не сыпаться, но, по крайней мере, она уже не такая в очках четкая, как была. То есть это вот я про очки. Дрон-то, скорее всего, все снимает нормально. Так, тут я уже подворачиваю, прям как иду по руслу. И от склона сейчас зайду на сторону прицепа. От склона сейчас никто на посадку не заходит, поэтому это безопасно. Посмотрим, что у нас на аэродроме творится. А на аэродроме у нас кто-то уже есть. Оп. Слушайте, как прикольно. Вот реально круто. Сейчас к ангару подлетим. Оп. Дрон тормозит немножко. Слабый сигнал передачи изображения. Ну вот удаление 3 километра, конечно, картинка сыпется. Еще что-то можно понять, но на такой высоте, конечно, это уже не айс. Много народу, что-то смотрят. Так, я попробую подлететь к своему планеру. Повыше поднимусь.
Хорошо. Направляю камеру вниз. С этой высоты все контролируется. Ну а пониже уже все, действительно сигнал слабый. Тормозить жутко на таком удалении. Если вдруг кто-то захочет сейчас зайти на посадку, я вам сейчас покажу. Посадка в такую погоду выполняется только с курсом на север, потому что сзади нас склон, ни один здравомыслящий человек от склона заходить не будет. Поэтому мы в зоне, где, в общем-то, все хорошо. Оп! Все, дрон возвращается домой. Ну, в принципе, да. Дрон не дал мне погулять, потусить на аэродроме долго. Написал возврат на базу и полетел домой на экономичной скорости. Но сейчас скорость 13,5 метров в секунду. И изображение он передает, конечно, так себе. То есть сейчас картинка опять сыпется. Хотя удаление, повторю, 3 километра всего. Мне казалось, что должно работать лучше. По крайней мере... А, ну, в принципе, тот же Mavic 2 Pro, он не позволял опуститься, вот как мы сейчас опустились, низко. То есть он там метров с 300 отличный аэродром фотографировал. Так что, если вы хотите слетать на 3 километра и иметь над полем в 3 километрах полную свободу, то, конечно, полной свободы нифига не будет. И автономность такого удаленной тусовки будет оставлять желать лучшего. Скорость возврата у него 13,5 метров в секунду. Я так понимаю, на этой скорости расход энергии оптимальный. Заряд батареи 41% остался. Наблюдаем, как это все происходит, как он возвращается. Весело. Сейчас от меня уже... Ну, я могу отменить возврат, кстати, и перейти в опять ручной режим. 39% заряда батареи. Но я хочу посмотреть, как он вернется. Вот. И посмотрим, насколько он сядет на коврик, точно с которого он слетел. Взлетел. Так что, друзья, если вы хотите дрон купить, чтобы летать уверенно на, там, как написано, на 10 километров, ну вот вы видите, да, причем я в прямой видимости с аэродромом практически, потому что дом находится на возвышении, и, ну, он чуть-чуть летит. На 20 метров летит. Точно выше аэродрома. А? Летит? Да, слышно. Уже слышно, как дрон летит. Он выходит ровно над точкой. У него высота возврата поставлена 100 метров. Идет сам. Смотрим, что он тут делает. А, развернулся мордой по направлению взлета. Выполняется автоматическая посадка. И я смотрю на него уже визуально глазами, чтобы понять, не накосячит ли он что-нибудь. Нет, не накосячит. Идет ровненько, упасть никуда не собирается. Ну вот автоматическая посадка. Смотрим ошибку. Ну, я думаю, что ошибка в 10 сантиметров не является большой проблемой. Вот. Что я могу сказать? Я, с одной стороны, доволен. То есть я слетал на аэродром, посмотрел, как там прицеп, сколько там народу. Ну, с точки зрения, допустим, погода летная, нелетная, ты можешь подняться, посмотреть, в конце концов, осмотреть местность, взлететь на 200 метров, сделать круг, посмотреть, как облака, где какие там воздушные массы и прочее. Это все можно сделать. Не понравилось мне, конечно, то, что на 3 километрах уже видеосвязь не работает. И на самом деле начинает очень активно тормозить управление. То есть я ему давал команду двигаться вперед. Он, видимо, команда не проходила, он висел. Потом, наконец-то, сглатывал эту команду двигаться вперед. Ну вот так вот. На вот этих 3 километрах уже некомфортно. Поэтому, когда говорят о 5, ну мне интересно как. А там, если написано 10, то это вообще теория. Ну, возможно, там судя с какими-то прошивками, еще с чем-то, это все будет лучше и лучше. В любом случае, этой штукой очень доволен. То есть для своих целей, там в районе 500 метров работы снимать что-нибудь красивое, офигеть. Но если вы думаете, что сейчас вы на нем дунете куда-нибудь за горизонт и там похулиганите по какой-то горной речке полетаете, ну, видите, я кусочек по горной речке прошел. Но это было близко, рядом с домом, там не далее километра. Вот такие вот примерно результаты. Я все равно очень доволен. Опусти немножко. Ага. Хорошо, отлично. Друзья, моя жена управляет дроном первый раз в жизни. Вот это ее первый самостоятельный вылет. Потому что она должна меня снимать, как я летаю на планере. Мне кажется, у нее неплохо получается. Да? Тусечка, ну ты как?
Расскажи свои ощущения и впечатления. Офигеть. Ты только что? Я в другой реальности. В другой реальности? Ну ты открой, Гюльчатай, открой личико. Кто ну скажи. Смотрите, жена какая молодец, первый самостоятельный на дроне. Пока я там инструктаж проводил студентам, улетела. Так, Макса, мама летала, ты представляешь? Макс тоже летал, кстати, на планере. Если хотите, посмотрите ролик «Первый полет Максима». Как тебе, Макс, планер понравился? Очень? Еще полетишь? В общем, у нас одно небо вокруг. Которые на счетах очень серьезными, покажутся фигней. Потому что небо – это главное. Кстати, друзья, мы открываем новый курс, избавляем от аэрофобии. Любого аэрофоба, который хочет избавиться от болезни, боязни самолетов, мы быстренько вообще введем. Человек поймет, насколько надежная авиация, насколько все просто, насколько отлично контролируется и так далее и тому подобное. Собака, а ты полетать хочешь? Скажи. Ну, смотри. Нет? Нет, собака не хочет полетать.